What's up, guys? С вами Малкией, Милка, и сейчас я вам покажу, как летать на своей спасательной лодке в игре Stranded Deep. Да, вы не ослышались, вы можете не только летать на пальмах, но еще и на своей лодке. Правда, далеко вы на ней наверняка не улетите, но все же этот баг прикольный, и сейчас я вам покажу и расскажу, как он действует. Значит, чтобы полетать на этой спасательной лодке, вы должны на нее нацелиться, зажать правую кнопку мышки, повернуться в противоположную сторону и, идя быстро, тапать на пробел. Но тут проблема заключается в том, что если вы хотя бы на секунду замедлитесь и не успеете вовремя нажать пробел, то вы полетите вниз, у вас начнется сердцебиение, и ничего из этого хорошего не получится. Так, если вы подлетаете на какую-то определенную высоту, то начинает сопровождаться ваш полет вот такой анимация, как будто я плыву в воде. Вот, хотя это совсем не так. Так, пока что у меня все идет хорошо и плавно, но обычно я падаю вниз. Ой-ой-ой-ой-ой, это что такое? Я... Ох, ох, что, что, что это? Да. Ну, короче, вот так вот это все выглядит. Как вы видите, я далеко от острова не улетел, но так позабавиться, поприкалываться все же можно. Ну что ж, а на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всего хорошего, пока-пока. Мои подписчики лучше всех.